Здравствуйте, уважаемые пользователи сайта vsgg.com. В конце 2012 года вы могли наблюдать много анонсов по разным турнирам, по CSGO, по второй доте и, конечно же, по CS 1.6. В 2013 году наш проект делает ставку на еще одну киберспортивную дисциплину, это World of Tanks. Игра очень популярная и мимо нашего проекта пройти не могла. Из-за нововведений на сайте мы изменили форму регистрации, о которой мы сегодня и поговорим. Форма регистрации на сайте vsgg.com очень упростилась по сравнению с предыдущей. Теперь вы в считанные секунды можете официально войти на сайт под своим профилем. Для этого вам необходимо предварительно создать электронную почту, чтобы форма регистрации стала для вас еще проще, чем она есть. Затем на главной странице сайта мы ищем слово «регистрация», нажимаем на это слово и переходим по ссылке. Здесь вам предлагается ввести ник пользователя, вводим имя. Затем нужно вписать адрес электронной почты, которую вы предварительно завели. После чего вы вводите пароль, а затем его подтверждаете, введя его еще раз. В завершении нажимаем на слово «регистрация». Дальше мы получаем сообщение о том, что на указанный вами адрес электронной почты придет письмо с подтверждением регистрации. Давайте проверим, так ли это. Обновляем почту. Да, действительно, от сайта vsgg.com пришло письмо с указанием подтвердить регистрацию на нашем сайте. В письме все подробно описано, и вам не составит особого труда перейти по ссылке. Для того, чтобы принять участие в наших турнирах в одной из ваших любимых игр, вам необходимо быстро заполнить ваш профиль. Для этого входим на сайт, переходим в редактирование профиля и заполняем нужные разделы. В пункте Steam ID мы вписываем ваш номер Steam ID. В пункте Dota 2 аккаунт мы вводим имя аккаунта во второй доте. Ну а в пункте World of Tanks мы вводим имя аккаунта в клиенте танков. После регистрации на сайте вам необходимо создать команду для того, чтобы принимать участие в командных турнирах. Для этого находим пункт «Создать команду», в появившемся поле заполняем нужные пункты, название команды, сокращенное наименование, любимая дисциплина, город команды и выбираем логотип вашего коллектива. Размер логотипа 100 на 100 пикселей. После этого вам необходимо добавить игроков в ваш состав. Для этого в меню менеджера нажимаем на название вашей команды, затем заходим во вкладку «Состав» и нажимаем на «Редактирование состава». Перед вами открывается фильтр, в котором мы вводим никнейм игрока, которого хотим добавить в состав. После того, как вы добавили всех игроков в вашу команду, вы можете подать заявку на участие в турнире. Заявку на участие в турнире может подавать только капитан. Чтобы назначить себя капитаном команды, вам необходимо повторно добавить себя в состав, как мы рассказывали ранее. Ну а теперь подаем заявку на участие. Выбираем нужных игроков, нажимаем на плюс и на вкладку «Подать заявку на участие». За 15 минут до начала турнира вам необходимо подтвердить ваше участие, пройти так называемый чек-ин. Для этого вам необходимо зайти в желаемый турнир и нажать на вкладку «Подтвердить участие». Теперь вы готовы к участию в наших турнирах. Удачной игры!